Всем привет, всех приветствую на канале. После трешовой посылки вот такой вот, где китаец прислал не то, что надо. Распакуем-ка мы микрофончик. Микрофончик по ощупам непонятно, что тут, но тут написано AirPhone Mic 1. Вот. Ну вот, цена его реальная, бакс 29, что-то 1,5 бакса он стоил, его на распродаже купил. Точнее, как на распродаже, а просто была скидка. По скидке купил, а так он стоит вроде 3 бакса. Ну, там за 2 можно найти. Это у нас микрофон Даги вроде. И Mic 01 тоже, не уверен, сейчас глянем. Ну, в принципе, это не важно. По ссылке перейдете, там посмотрите, купите. Кто-то опять топтался по посылке, я не понимаю, как это так происходит. Что они там специально их топчат. Тестировать мы будем на вот такой вот звуковушке за бакс, 3D Sound, USB-шная звуковушка. И у меня есть микрофон, такой вот Sony, но он требует батарейки, поэтому я хочу заменить на такой. И были просто лишние деньги, поэтому хочу протестировать, что оно такое. Так, резанем давайте. Резанем, скоро школа кончается. Не знаю, будет ли видео чаще выходить, но просто сейчас посылок реально нету. Я вам не вру, вот раньше, да, раньше завались было. Сейчас их меньше стало. Супер пакетик у нас. Дальше микрофон. Шнурочный провод такой вот. Такой вот шнурочный. Прищепочка. Супер прищепочка Даги. Такая вот шляпа. Это как это, ветрозащита, да? Но она тут, скорее всего... Хотя нет, вытягивается. Вот такой вот микрофончик. Давайте, наеду. Решил показать поближе. Все-таки макросъемка неплохо работает. Как я говорил, шнурочный провод. Даги. И, как я говорил, вот такая вот решеточка. Ну и просто... шляпка. Сейчас ее засунем. Ну вот так, в принципе. Сейчас будем тестировать. Так, поехали. Так, в общем, поскольку ноутбук на Linux, я перешел в другую комнату, подключил этот микрофон к компьютеру, провод, кстати, больше 2 метров, включил во встроенную звуковую карту. Сейчас включу запись и буду говорить. Так, поехали. Раз-два, проверка записи. Вижу, что дергается не очень активно. Сейчас я говорю прямо в микрофон, расстояние от рта где-то 1 сантиметр. Сейчас попробую подцепить себе на одежду. Ну, в общем, сейчас расстояние где-то от рта 10 сантиметров. Я смотрю на монитор, микрофон, так сказать, смотрит на мою шею. Попробую походить. Ну и раз-два, проверка связи, ставим лайки, подписываемся на канал, ля-ля-ля, в общем, все как всегда. Так, отключаем. И сохраняем. Ну и посмотрим, что получилось. Ну, в общем, что сказать, провод тут, конечно, хороший, претензий нету, хотя он уже и запутаться даже, хотя нет, он еще не запутался. Ну и ладно, в общем, провод тут, я не знаю, сколько длины, я вот тут напишу, тут у нас джек, он не супер дешевый, он нормальный, качественный, в принципе, как на колонках делается, с вайновских в частности. Прищепочка тоже неплохо хапает. Тут все держится, но звук как-то не очень. Нету, во-первых, это среднечастотный звук какой-то. Тут нету ни высоких, ни низких частот. То есть в отличие от фотика и в отличие вообще вот от других микрофонов, почему-то этот микрофон мне не нравится. Но что делать? Все-таки придется на него позаписывать. Сначала он вообще не хотел записывать, потом что-то начал, ну не знаю, что с ним. Ну, в принципе, может, если этот глушитель, если этот снять, то может будет лучше записывать. Но, наверное, придется делать предусилитель покупать. В общем, вот такие вот посылки. Ну и что? Ну и все, ссылка в описании.
Ставим лайки, подписываемся на канал и решаем, покупать микрофон или нет. Всем пока-пока!